произведения, написанные для хора в разных странах. Там будет и Моцарт, там будет и Бах, там будет и Чайковский, там будет и Рахманинов, там будет, ну, самые так и Свиридов. И там будет и Гаврилин, и романсы там будут, и песни в обработках совершенных, там Фраткина, на тот Большак, разные вот такие сочинения. Это очень интересно. То есть, я думаю, люди придут, люди послушают и получат наслаждение. И как раз вот они, будет это где-то под праздник, они получат вот этот вот адреналин, свое наслаждение от того, что в репертуаре такие произведения. Кстати, не так часто исполняемые на других сценах эти сочинения.